конце 2018 года. Принятие проекта бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов проходило довольно сложно, долго и весьма эмоционально. И несмотря, казалось бы, на недосказанность по многим вопросам, депутаты, скрипя сердцем, проголосовали за проект. Но ведь некоторым из них интуиция подсказывала, что Филькина грамота, как тогда называли представленные администрацией бюджет народные избранники, и в 2019 году так и останется Филькиной грамотой, что, собственно, и подтвердилось в начале года. Депутат Думы Геннадий Виноградов задал главе Артемовского городского округа господину Самочернову вопрос, почему сегодня у нас сельские территории забыты и где справедливость в распределении средств на жизнь и развитие томсов, что также подтвердил и простой общественник, житель Артемовского городского округа Валерий Абнагимов, присутствовавший на заседании. Вы же не глава города, вы глава городского округа, да? Так почему получается с 2 с лишним миллиардов денег на красногвардейцев всего 9800 отпущено? Вот мы вам ответили уже на вопрос, информацию вам предоставим. 2,5 миллиарда, там у нас 60% у нас, да, Наталья Валентиновна, у нас управление образованием. Стоп, вы там возмущаетесь, да, я знаете, вам скажу, взять Шокаш. Взять не зевай, да. Там где-то по 6 миллионов. С какое там население, какое у нас население, вы хоть соображаете, нет, мы о чем сейчас говорим. Нам всего 9800 получается отпущено. Там у нас тоже есть жители. Они тоже это все видят, все понимают. И все возмущаются. Хотят главу видеть, глава не едет к ним, получается, на разговор. Пообещал, отписку сделали, что в первом квартале приедет. Это получится только в марте месяце. Это мое мнение, я вам его не навязываю. Оно должно распределяться следующим образом. Деньги должны делиться на количество жителей, проживающих в округе. И делиться будет всегда справедливо. И никаких нареканий не будет. Кстати говоря, о присутствии на заседании Думы общественника Валерия Абнагимова. У нас есть в муниципалитете такие же умные, образованные и с большим опытом люди, которые также могли бы высказывать свою точку зрения и наталкивать депутатов на принятие правильных решений и вопросов, будь то публичные слушания или заседания Думы. Активность таких общественников и простых граждан, кому не безразлично будущее Артемовского городского округа, пришлась бы как раз кстати. Возвращаясь к внеочередному заседанию Думы, Геннадий Виноградов отстаивая интересы своих избирателей, напомнил главе, что на территории поселка Красногвардейского проживают такие же люди, как и в Артемовском и в Покровске. И если сегодня ничего не делать, то завтра томсов может и не стать. Надо все равно с этим населенным пунктом считаться как-то. Не надо подводить к тому, чтобы его похерить. Вот рухнет ли школа, и там народ-то разъедется просто-напросто из этого населенного пункта. Правильно говорил он. Что нет, не будет школы, не будет населенного пункта. Красногвардейская школа для всего поселка и депутата Геннадия Виноградова уже не первый год является одним из самых болезненных вопросов, который администрация Артемовского городского округа со своей стороны не спешит решать. Об аварийном состоянии, в котором на сегодня пребывает образовательное учреждение, депутат бьет тревогу, причем уже давно. Но кроме разговоров среди чиновников и главы об экспертизах и проектах, так ничего нового и не слышит. Не, им написано письмо о расторжении. В настоящее время сейчас ведется работа по отводных работ, которые работы они провели, успели провести за этот период, когда будет расторжаться. Будет расторжаться? Да, да. Вот понимаете, что получается, с ними договор расторгнут, это получается опять будет конкурс, да? Это опять будут деньги отпущены. Это что получилось в этот раз? Деньги кинули, швырнули, куда-то улетели, не получается, да? Это опять не по-хозяйски. Ну, я отвечу, деньги... Кроме этого, у нас опять по срокам оттягивается. Это же все время. Меня просто беспокоит о том, что школа в аварийном состоянии. У нас все затягивается. Говорим красиво, а дела нету. Так что тут как-то надо подойти по-серьезному к этому вопросу. Будем обращаться на губернатора, чтобы пройти на контроль. В ответ глава сказал, что обращаться к губернатору, конечно, ваше право. Но сегодня особых каких-то критичных проблем с недобросовестным подрядчиком он, как руководитель муниципалитета, не видит. Смотрите, вот по этим подрядчикам, я не знаю, с какой целью вы их уже вот по этому подрядчику вот вы говорите, давайте что-то делать.
с ним делать только одно с этим подрядчиком, это расторжение. Он нам этот контракт не сделает, у нас другого выхода нет. Деньги на ветер никто не потратит, мы будем платить за экспертизу, которую мы провели. Других работ они никаких не выполнили. И если мы это вовремя сейчас с вами не сделаем, мы вообще на 21 год с вами не попадем. Не надо зацикливаться на этом подрядчике. Подрядчик попался нам, вот никакой подрядчик попался, надо прекращать с ним. Там получается другой подрядчик зайдет, да? Он опять будет бурить, сверлить эту школу, экспертиза. Почему? Там уже есть у нас эти все экспертизы. Они будут применяться. У нас есть и другие экспертизы. Вот так вот я проводил. Так я так вот смотрю со стороны. Эту школу уже всю лишь бурили. Как только что так экспертиза. И там уже, наверное, живого места в школе. Там будет, там сверлят. Работает по школе, правда? Вот эти тоже продолжаются в том плане экспертиз, а дело дальше движется, тоже на чем говорю. Чтобы двигаться дальше в развитии, поселку не на что. А если не будет школы, то и незачем вообще. Выделена изначально сумма в 10,5 миллионов рублей Красногвардейскому на 2019 год при принятии бюджета. Каким-то образом после новогодних праздников подтаяла и стала намного меньше, что крайне обескуражило депутата Геннадия Виноградова. За мной население Красногвардейск, и мне там для чего сюда выбрали? Я за 10,5 миллионов, получается, проголосовал, меня купили этой дорогой, не знаю, это только просто, получается, на сегодняшний день только одни слова. Вот она вчера, Юсупова, там посмотрела на эту дорогу, да? Она вот просто посмотрела, себя фотографировала, а я ей даю понять, вот смотрите, здесь такой уровень, а там такой уровень. Вот это 150 метров, 4,5 метра длины, да, щебня. Это все вывезено, куда вывезено-то? Это все, она говорит, так это же такой объем работы, аж тут надо проект целый делать. А у нас без проектов что, ухнули, увезли. Ладно, понятно, трубы там, ага, но ведь там такой слой щебня. Дорога всем нужна, и получается, дороги нету. Прокуратура отписку сделала, там непонятно, что-то там как-то. Тащат, воруют, это вообще вредительство. И у нас все нормально. А вы говорите, да вам денег дали, какие там деньги? От 2 миллиардов, повторяю, 9800 всего. Вот на сегодняшний день, получается, за 10,5 миллионов я голосую, а сегодня уже, получается, 9800 всего. Нет. Как нет? Я же сам видел вот этот бюджет, 19 миллионов вчера. За 10,5 голосовал, уже 9800. Не знаю. А как, не знаю, так и есть, получается, там подрезали, 9800 получается. Обращаясь к коллегам, Геннадий Виноградов задал вопрос, чем руководствовались они, голосуя за принятие бюджета. Ведь именно благодаря таким голосованиям глава мутит свою погоду в муниципалитете. А вы, между прочим, господа депутаты, знаете, я вам что скажу? Вот я проголосовал со скрипом, да. Соседка у меня говорит, это хороший бюджет, 10,5 миллионов. Да на бунах пускай 20, даже это мало, очень мало. Ну так а что ж вы тогда голосуете, тогда бегом-то голосуете все. У нас бюджет один. Я вот так понимаю. Я скажу прямо, тут половина депутатов у вас ручные, дальше больше половины ручные. И вот вы эту погоду свою вот тут мутите, а вы пляшете, получается, просто-напросто. Есть такие, которые где-то пытаются что-то, а остальная масса, они просто-напросто руки поднимают тут. Карманными депутатами Геннадий Виноградов имел в виду как раз тех, кто сам или его ближайшие родственники являются муниципальными служащими. Или тех народных избранников, чей бизнес зависит от отношения главы. Тем не менее, бюджет принят, год начался, а вместе с ним всплывают все те же проблемы и беды народа. А что глава, у него жизнь удалась. Ведь бюджет-то принят, в котором содержание главы проиндексировано на 25%, и сумма заложена почти в 190 тысяч в месяц.